eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Каточка, друзья, ну что ж, команда Kick сливает на Gfinity, и мы начинаем смотреть матч на StarLadder. Наконец-то команды заходят на сервер, карта будет Inferno, ждали мы достаточно долго, но вот я надеюсь, что сейчас нас порадуют своей игрой Hellraisers, порадуют своей игрой парни из команды Kick. Вообще, конечно, не самый такой удобный момент у нас получился, но с этим ничего не поделать. Ладно, играть будут, как я понял, на французском сервере, поэтому... Пинг португальцев будет более-менее, наверное, нормальный. И будем надеяться, что... Кстати, карта не даст 2. Вот банда следил за пиком Чорком. Менеджер команды Kick сразу такой подумал, а что вы убираете даст 2? У вас же есть Маркелов. Вот нормальный чувак, нет? Так, у меня не заходит по IP. Нет, зашло. Зашло с третьего раза. Ну, и карта Inferno действительно. Ну, мы не попадаем прямо на сайт пик. Наверное, будет какая-то небольшая задержка. Но... В преддверии матча, наверное, следует отметить то, что команда Kick удивляла в прошлых сезонах. Они обыграли NIP один раз. Ну да, вот раз в год, как говорится, да, и палка стреляет, и все такое. Но, тем не менее, здесь соперник куда более грозный. И карта не команды Kick, опять-таки, они просто решили ее не играть. Ну, в ладдере занимают они 14-ю строчку за 7 матчей. У них 2 игры выиграны, 1 ничья, 4 поражения, минус 33 в раундах и 7 поинтов всего. Это 14-е место. Хуже только Aces, которые на 15-м. Кураж на 13-м. Они, кстати, будут играть после этой встречи. Ну и команда Hellraiser, с которой нельзя проигрывать ни одного матча, будет пытаться прийти к лан-финалам. 7-0-2 их стата, 0 ничей, 2 поражения, 7 побед. Вообще, и матчи остались самые важные, включая этот. Ну, предлагаю, наверное, уже перейти к зарубе. Давайте посмотрим, происходит ли там что-то. Да, пошли рестарты или это еще не рестарты. Так, Google пишет Дося, репорт пишет Тадрен, что происходит. Да, все, сайт-пик. Ну, сайт-пик на Inferno, скорее всего, будет, ну, может даже и не решающим. Но для команды Kick, как я понимаю, это будет что-то очень-очень интересное. Просто здесь им за атаку начинать вообще не вариант. Ну и сегодня они уже пободались. Вообще, команда Kick это... Та еще команда. Ох, негодяев, а. Ну, на нюке бы им точно, на нюке бы их зажарили. Вот даст второй сегодня они выиграли. Проиграли. Кстати, команда Kick проиграла Куражам на Инферно в этом сезоне. Вот-а где, а. Истина. И взяли они у команды Кураж всего лишь 7 раундов. Соответственно, может, был нигде, ничего, что-то. Но пока, в принципе, Ашер здесь спокойно на ножах попускают команду. И настрой вроде бы как боевой сейчас у Hellraisers. Так, 1-0. 1-0, ножи выиграны, но это стей. Это стей. Да, стей делает ангел. Гол, рестарты. 5 секунд, лайф, ну и мы вас не заставляем долго ждать. Буду надеяться, что команда Kick в будущем будет правильно планировать свой график и не ждать по 20-15 минут. Так, там есть онлайн. Так, что тут такое вообще происходит в чате, непонятно. Так, ладно, все, замерли наши сердца. Counter-Strike продолжается, и Hellraisers играют с Kick одну из решающих встреч. Напомню вам, что команде Hellraisers проигрывать нельзя. Kick нужно тоже не проигрывать, чтобы остаться в ладдере, не попасть на стыки. А то про-серия будет горячей в следующем сезоне. Оу, хо-хо-хо-хо-хо-хо. Дося, Hitman Style, one shot, one kill, no luck, just... No luck, I'm Дося. Посмотрите, 12 на 21. Оп, ну, 20-ку так не попадает, но ковры выщелкнул. Уходит на релат вовремя. Ну и игра против двоих. РМН сносит. Минус от Мутириса. Четко играют в пленте. Что скажет Маркелов?
Маркелов всю обойму не в туда. Мутирис его забирает. Вот это паника. После такого уверенного фрага от Доси и вот такой вот провал на пленте, это Hellraiser с нашим могут, да? Так, ну тут ангела надо задавить, его в принципе и давят. Ну, с пистолетным раундом не заходит. Ой-ой-ой-ой-ой, ангел. Ангел замучил парней, что те на ТК просто пошли и, ну, с тимхилом. Минус один у Фоксириса. Плохое начало для него, хорошее начало для Ашер могло бы быть, если пистолетку брали, но не взяли. Ну и вот тут самое главное, чтобы кик не начали сейчас Hellraiser's удивлять. Ну, Фоксирис, конечно, жестко затимкилил. Я даже не знаю, вот как он там последней пулей попал, но это жесть. Матч продолжается. По 90 галил, 2 галил, 1 АК, 1 пистолет. У Hellraiser, соответственно, бай вторых и первых арморов. На первом Маркелов, но у него дигл. Ну, это основная ударная сила. Остальные игроки играют на 5-7, P2000, чеш. Кто-то взял чешку. Тоже, в принципе, нормально может помочь, если потребуется. Так, ну и затише просто перед бурей. Смотрите, в укреплении на Б-пленте двигаются сейчас португальцы. Ну, по крайней мере, вот костяк с бомбой, Motion плюс Kill Dreams, доставляет бомбу. Если будут пробовать заходить, их ждет, в принципе, очень дружелюбный прием. Особенно мне нравится позиция Адрена, который тут явно решил убить всех. Так, Emotion. Не, медленно будут играть. Будут играть медленно, без особых запар. Это хорошо. Так, вот Титаны, конечно, сегодня вообще сыграли на 3-2-2. На самом деле, друзья, по игре было видно, что Титаны сегодня сами не свои. И было понятно, что вот у них какая-то билиберда происходит. Играть не старались. Вообще, эта команда в основном играет от того, как она попадает, но сегодня просто не залетал у Шокси. НБК был сам не свой, пропускал по 2 секунды. Вот это... Кстати, во многом его моменты вызывают вот такой вот момент, что это как бы 3-2-2. Смотрите, 4 в 3 размен. Ну, пистолет и гордость наши, говорят Hellraiser's. И 4 в 3 готовы сейчас выполнить штурм Апплента, чтобы выбить... Ну, Фоксирис, с Фоксирисом здесь просто придется потягаться. Плюс в пленте есть нычка. Позиция хорошая у португальской команды, но Hellraiser's могут взять стрельбой. Все хитрее. Они решили задушить просто сейчас атаку. Ну, тупо на 15 принять всю банду, но тут вот что происходит. Мутирис ловко разбирается вместе с РМНом. Остается в итоге только Доси, и девайса засейвить не удается никому. И только Доси в живых. Ну, атака тоже девайсов лишилась. Осталось только РМН с ЭКМом. Смотрим экономику. 4-7, 5-6, 4-1. Ну да, приседать на третьем раунде, конечно, против Эко сейчас будет по финансам как-то не очень. Вот в таких моментах обычно парни, которые на голову выше и не сохраняют дисциплину, пытаются закупиться и давить атаку, но тут этого не будет. У Hellraiser все в порядке. Они на самом деле качественно сыграли. 2-2, 2-5, 2-100. У них будет хороший бай на четвертом раунде. А вот что касается остальных... Что касается команды Kick, то пока непонятно. Но, ох, какой выпад от Доси, хороший под флешку. Просчитал, правда, голову, не справился. Но укрепление на Б из трех человек все еще работает. Ангел, Адрен плюс Дося. Вот таким вот стеком они стоят, чтобы видеть номера 1-3. Адрен отвлекает, Доси добивает. Ну, все как надо, но они уходят после этой флешки. В дом пытаются выйти игроки атаки. Маркелов едва-едва успевает спастись в доме. Вот Ромен его ждет, думает, что тот будет сейчас как-то вылезать, но этого не происходит. И кик готовят апленд, при том, что уже намерения их серьезные, они подтверждают их своими действиями. Killdreams оставляет крыть дугу. Но вот то, что Ашер не пушат с Б, это вообще молодцом. Кик даже не понимают, где засада, на А или на Б. И не знают, сколько где игроков. Просто агрессия, она может быть ловушкой, а вот аркада уже полноценная. Может быть всем, по-моему, Кучер сейчас зачекал в баг дымовой вообще всю банду. Вот так и хочется, да, выйти, зажать. Ладно, все, все с медла на суфтах выходят. Малик берет девайс, и команда Кик пытается зайти против пистолетов, но тут, по-моему, вот в последнем моменте играет просто Эмиль Ахундов, и все, и давит. Забирает его Emotion, 2 в 2. Плент пытается ворваться Дося, застать врасплох Emotion, он не успевает, и Адрен остается играть без девайса. Ну вот... Едва-едва Hellraiser цепляются за численное преимущество. Едва-едва попадают в руки им девайсы. Едва-едва у них начинает что-то получаться. Но вот потом остается суп с котом. Вернее, Адрен последний с медла. Не сдержали эту атаку. 3-0. Но тем не менее, вы видите, как Кик терпит при попытках выхода против пистолетов. Что будет с девайсным раундом, сейчас узнаем. Либо какую-то ловушку придумают, либо
Все-таки HellRaiser задавит. Друзья, читаю твиттер SL4MTV. А что случилось с Колом и его компанией? Они в CSGO играют вообще. Google тебе в помощь. Передай привет Равилю. Ого. Как же раздражают такие задержки. Ну, это не с нами, не по нашей вине. Задержка связана с этим матчем, к сожалению. К сожалению, потому что, ну, мне даже не описать, с чем она связана. Это как бы... это как бы непонятно будет звучать многим зрителям. Но матч-то идет. Ну, тут уже 3-0. Ну что ж, HellRaisers укрепляют АП. Знают уже на минуте, что и где примерно будет. 20-ка флеш. Но это флешка на чек. В итоге... ой-ой-ой. Сейчас кик, по-моему, пойдет 15. Да, пошли 15. Дым и дали. В итоге флешки. Еще моменталка. Кучер не справляется со стрельбой. Вот здесь кик удивили. Вышли вдвоем вместо одного чекающего. Заход 15. Маркелов. Размен от Доси. Дося и собирает двоих в ряд. Спокойненько кики встают. Мутирис не смог выцепить замком с песков. И команда из Португалии вынуждена сейчас... отыгрывать на малых. Целью забрать бомбу. Забирает ее Kill Dreams, но он ее видел. Но на пленте уже... на пленте уже... о, Хангел пойдет с ковров. Но здесь есть позиция на тюрьме. Мутирис сейчас, в принципе, может выиграть здесь перестрелку на ней. Да, увидел. И спокойненько забирает Ангела. И вот он первый бай. Смотрите, сомнительное решение от HellRaiser ждать до последнего момента Ангела. Надо было действовать первыми, именно звеном из двух человек. И в итоге здесь просто перекрестный огонь попадает Атрум, которому ничего не светит. 4-0, кик впереди. Кик впереди, HellRaisers пока напоминают мне команду Титан, которая буквально 20 минут назад взяла 5 раундов у Virtus.pro. Да, да, качели. Качели, смотрим закуп. И видим то, что... так, 2-2, 2-4, 3-2, 4-2, 4. И кики 1-6, 1-7, ну... у Кика остается после бая опять-таки немного денег, потому что на разменах все-таки HellRaiser жестоки. Но вот эту долю старания, знаете, которую они показывают в пистолетах, ее сейчас не хватило. Так, давайте посмотрим, там у Ангелы смог под себя интересно. Но тут уже знают, где стоит голубчик. Тут уже знают, что на краю тележки можно прострелить, если лежит смог. Ну и просто пытаются зашить здесь Адрена. Смотрите, сколько дырок. Я не знаю, если захотите сделать какой-нибудь друшлаг большой, зовите команду Кик, они сделают вам друшлаг. Нет, умеют. Так, Маркелов в центре событий, без шансов просто. Ой-ой-ой, интерес. Суров, суров. Ну, Кик, конечно, сейчас прутся, видно. Видно по игре. Ой-ой-ой. Еще и со звуком с хорошим играют, с учетом того, что Фоксири сразу посмотрел. Скорее всего, капельки. Вообще, обычно в капельках вот слышно очень хорошо. Комфортно. Покупайте себе капельки Sennheiser или SteelSeries и юзайте на здоровье. Это лучше, чем любые суперуши, которые вам впихивают топовые бренды, потому что топовые бренды, поверьте, ошибаются. Вот круче капелек еще пока ничего не придумано. Изоляция хорошая, все слышно и все хорошо. Так, у Марика новый нож. Да, кстати, у Марика новый нож не просто так. У него на самом деле старый нож угнали. Но об этом чуть позже. Так, номера 3-5. Ангел. Адрен Б. Дося. Ну, Дося играет на суппорте пока. Ну, не уверены еще HellRaiser с тем, что предстоит делать. Вообще, у них цель стоит в игре за защиту, по-моему, ну, куда больше, чем как бы комфортный счет. Типа 10-5. 9. Ну, 10-5 здесь... это максимум, что можно сделать. Но с учетом того, как кик разнообразно разыгрывают на этой карте. И, ну, плюс эффект рандома, эффект непредсказуемости создается, опять же, да. Здесь может быть и так, что 8-7 все закончится. И в пользу кик, или в пользу HellRaisers. Но этот раунд один из решающих. Сейчас посмотрите, засад на Б от кика. Они понимают, что будет идти дугу. Здесь Адрен, который просто встречает с тачки, оставляет смог, дает инфу. И смог не летит сразу. Смотрите, Адрен выжидает. Стягивается кучер. Стягивается ангел. Мутирис стоит спада. Ну, кик, конечно, предсказуемый здесь. Очень предсказуемо, но не топают. И вот они! Пожар, пожар тушить. Адрен в болоте, чтоб Молотов не задел. Убивает первого, видит второго. Кафель уже пропустил. Куда ж ты смотришь, как не видел? Кучер помогает. Минус один. Минус два могло быть от Эмиля, но дадут ли ему уйти? Так, дают уйти, но он тут еле ножик, ножик, ножик. Нет. Влетает ангел в этот замес, тоже патроны кончаются, но это какая-то жопа 2 в 2. Я не знаю, HellRaisers просто ничего не получается при выбивании. И даже где должны выигрывать, не вышло. Мутирис уходит под флешечку, пытается выиграть перестрелку на хелпе, но здесь, слава богу, HellRaisers принимают.
из последних сил, из-под выпиперда. Я не знаю, как это еще назвать. Ну просто не получается играть спокойно и уверенно. Не хватает. Просто не хватает. Кучер без патронов остался. Ангел на той же позиции без патронов. Где они? Куда они просто, не знаю, девают все свои пули, которые им в начале раунда по дефу даются с покупкой оружия? Совершенно непонятно. Просто непонятно. Это беда. Ладно, матч продолжается, и команды готовы показывать сейчас лучшую игру. Да, пинг, друзья. Португальская команда, Фоксирис, ну, бомбардир, 66, 49, 49, 48, 63. Вот так, и Фокс 63, как у Эмоушена. У ребят Ашер, из Ашер немножко получше на десяточку, так, Эмоушен. Налажал, плент не зашел. Маркелова забрали только с разменом, 3 в 3 ситуации. И РМН все-таки находит его, шальная пуля Досю на малых. Это 3 в 2, вот это проблема у Hellraisers. Опять проигрывается двадцатка. И это уже, по-моему, посчитайте. Раз, два, три, вот был первый бай. Ну да, и вот эти все раунды практически сыграны. Но большинство на Б. И все, и все разыгрывалось через Марик и с коврами. По-моему, пора здесь задуматься о Шером, о своем поведении. Не то что о поведении, а пора задуматься вообще о стиле игры. Не поменять ли что-то сейчас, не рискнуть ли сейчас, чтобы потом было нормально. Но тут уже ва-банк идет, Адрен залетает в точку. Вот знают то, что здесь... Игроки атаки, скорее всего, с двадцатки. Один вообще из тюрьмы заходит, идут на 20. Так, малые. Так, убиваются. Ну тут Адрен должен был убивать, но просто не летит. Ну не летит у него. Фокс переконтролировал Ангел Адер. Надо было чекать, но не хватило опыта. А на самом деле бомба встала как раз-таки вот под этот расклад, чтобы один оставался на тюрьме. 6-1, 5 раундов разницы. Начало очень плохое для Hellraisers. Кик же начинают хорошо. Напомню вам, что в сегодняшнем игровом вечере команда Кик уже принимала участие, и они уступили, если я не ошибаюсь, или выиграли они сегодня. Выиграли они сегодня у Маус свой The Dust 2. Проиграли Нюк сегодня на какой-то там лиге непонятной, с призовым фондом тоже сомнительным. И вот сейчас в рамках SLTV Star Series у них есть определенно прогресс, который, можно таки сказать, очень-очень жесткий. Судя по тому, что мы сейчас с вами видим. Такое ощущение, что эта команда за вечер разыгрывается. Не, ну я помню, вот, знаете, то ли в пятом, то ли в четвертом сезоне была такая, как бы, тема, что команда Кик играла 4 матча подряд. Так вот, если первые они проигрывали, то остальные все выигрывали. Сегодня у них поражение только на другой лиге. В рамках Старладера пока победа. Так, ну черт, опять пистолеты на этот раз. Небольшой change position. Ну, тут удается иногда стрелять, попадать 3 в 2. Ну, посмотрите, как пистики, так сразу стреляется, убивается. Но, опять же, аккуратность португальских игроков вообще безупречна. Они даже в сложной ситуации спокойно, как видим, расконтрили опасный пистолет. Адриан бежит сейвить девайс, режет курицу. Молодец, там вторая, чувак, вторая курица прямо под балконом. Такая сочная, аппетитная. А. Ладно, будет стоять, наверное, сейчас и залипать. О, на кухню пошел. Ну ладно, вот на этом, наверное, на этой торжественной ноте мы можем досмотреть этот раунд вот с такого вот ракурса. Не забываем писать в Твиттер. Так, где TeamSpeak? На этот матч TeamSpeak не будет. TeamSpeak, друзья, кстати, по поводу TeamSpeak. Я сегодня просто обсуждал очень долго вот разные варианты с Ангелом. Типа вот как лучше, что лучше, куда лучше. Мы сделаем, друзья, TeamSpeak. У нас будут эти моменты в прямых трансляциях скоро. Просто на все нужно время, чтобы это технически подготовить, чтобы мы могли слышать, видеть, понимать. Но не раньше нового сезона, потому что после этого сезона будем тоже как-то совершенствовать нашу работу и качество. Так. Адрен поджим, Эмоушен ответ. И смотрите, Кики просто играют сейчас один в один по факту по размену с Б-плантом. Успевает занять Дося. Успевает. Вот смог сейчас. Самое вовремя прилетел кучер. Сконтрил на медле. Мутирис пытается разменять. Разменивает. 2 в 2. Есть инфа про двадцатку. Маркелов. Ну, надо здесь цепляться. Но Мутирис его перестреливает. И снова апленд пустой. Дося. Дося попадает в такую ситуацию неловкую. Понимает то, что эта бомба-то идет на Б. Бомба идет на Б. И Дося просто бежит на Б моментально. Она уже может сейчас быть... Поставлена, да, бомба поставлена, но Дося будет играть до последнего, понимает, что, скорее всего... А Фоксирис может не знать о том, что Дося здесь, но, опять-таки, инфа тоже есть про Дося какая-то. Б3, все, Б3 Дося заметил.
И ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Какой провал от кик из Португалии на таком тайминге, и не смогли. Как сыграл Дося. Шестое чувство просто. Вот внук Ванги, я не знаю, он же мог понять, что бомба на, потому что Фоксирис заходил на шифте, никакого даже напряжения не было, ни флеша, ни дыма, если не ошибаюсь. Он просто туда зашел, поставил, ушел. Но то, что бомбу поставил, конечно, не сюда, это провал, потому что Дося едва просто чекнула, а она вот тут. Ну и что ему делать? Конечно, дефузить, садится. Так, Ангел сбегал на дугу, проверил Фоксириса. С ним все в порядке, говорит Фоксирис, и показывает нам Dead Notice вот здесь, что все хорошо. Ангел наигрался в этом раунде. Ну и Маркелов, Дося на пленте. В качестве легкой добычи для команды Kick, наверное, их так уже можно расценивать, потому что двадцатка у португальцев здесь проходит совершенно спокойно. Совершенно. Без размена даже иногда. Так, и снова антимарик стратеги. Все, и будут загонять кучера. Кучер здесь жестко принимает сразу на голову РМН, и кик отходит с медла. Кучер бежит моментально хелпить на Б. Адрен там один, играет с хелпы. И, ну, тут будет весьма интересный заход. Если быть точным. Непонятно, будут раскидывать или нет. Но суть такова, что как бы... Ого, да, под молотов выходят на Б-плент. Ну и это дело никак просто не принимается. Красных игроков команды Hellraiser забирают совершенно спокойно. Ну, вот позиция на хелпе, конечно, была намного лучше и выгоднее, чем в церкви, но не сдержались. Ну и Марик с Досей в сложной ситуации. Не понимают, что здесь надо сейвить. Экономика закончилась, и два девайса могут немного облегчить страдания на эко для Hellraiser's. И они это прекрасно понимают. А вот кик... Кик сами на себя не... О, ну, вот так вот. Ну, когда вот так вот стреляют португальцы, это становится слегка подозрительно и непонятно. Но опять же, вот если вспомнить матч с Непами, но уже на Dust 2, да, то там они тоже попадали, были разыграны. Здесь сейчас они еще немножко по-спортивному злятся, потому что уступили финнам на нюке. Ну, с учетом того, что финны вообще не какие-то, вот португальцы на их фоне слабенько казались аутсайдерами. Но карта нюк зарешала. 2-8, первая половина за португальским коллективом, и вот это Ждан словил неждан. Так, ну вот пошли какие-то в чате интересные комменты. Ладно бы Марик с АВП играл. Но зачем Марику на Инферно играть с АВП, когда есть кучер? Вот серьезно. Вы просто подумайте, какое АВП? Вы экономику посмотрите. Какое тут может быть нафиг АВП? Вот эти вот все раунды, они игрались на бай в сопли просто. В щи. Там денег было буквально вот... Кольт, армор, еще что-то. И тут там АВП. Ну, смотрите, как неадекватно. Кик вышли без флешки, без стопания вообще. И... Съели Маркелова с Доси опять на опленте. По-моему, пора казаху сыграть в аркаду на медле. Так, сейчас умрет Ангел. Он пошел сразу, видите, на полтора выбивать. Да-да-да, будут со второго медла отжимать сейчас АКМы. Ну, тут отжать, на самом деле, легче, чем идти куда-то. Ну, хоть одного забирают, слава богу. Ангел понимает, что за ним уже идут. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Ангел, надо было стоять на сцепке. 9-2. И у Кик теперь... Я не знаю, Кик сейчас, наверное, сидят с улыбкой... С улыбкой Джокера, потому что... Они действительно сейчас троллят команду Hellraiser's. Ой, как троллят. Я даже представить себе такого не мог. Понимаете, Ашеров ничья здесь не устроит. А с учетом того, что... В последнее время команд стало больше, конкуренция стала вообще просто охренеть какая. Онлайн-капов тоже до хрена. То вот попасть на какой-нибудь португальский кик, не зная, как они играют. И проиграть это больно. Больно, неприятно. Так, ну вот 3Б пока работают. Ох, как Адрен не ловит тайминг сейчас жестко. На самом деле он должен был убивать двоих, но тут понятно, что он уйдет. Бомба у кик в яме, на аплен действуют два игрока. Казах попытались подсадить, не получилось. Под Б есть один Фоксирис. Ну и как видим, в очень неловкую ситуацию могут сейчас попасть опять Маркелов. Только на этот раз с кучером. Но так как играют от планта, закрыто понимают, что... Слушайте, я не могу с киков. У них бомба в яме лежит. Они запускают Фокса на Б. Тот на Б, как у себя дома, я не знаю. Как будто в форточку залез, и все хорошо. Покидает Б-плент.
Ох, вот это да. Вот это да, друзья. Я не знаю. Но все, не знаем. Вот это провал. На Б заходить. Здесь ангел остается последний. С КТ прошел Мутирис. Но если сейчас не чекнут ангела, то это чекают. Слава богу, ангел есть. Бомба ставится. Пытается валбенжить ангел. Не получается. Но он сейчас один против перекрестного огня. Его обошел уже РМН. Ангелу надо просто жить. Задача Маркелова зачекать пальму. Но он ее не чекает. И РМН просто пропускает. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. И это провал. 10-2, друзья. Вот так вот. Мутирис проявил инициативу. Прошел через КТ. Застал врасплох пальму, которую увидел. Он ее не должен был убивать, по сути дела. И из-за того, что вот Hellraiser загнали себя... Прикол в чем? То, что вот Маркелов с Кучером остались вдвоем на, и они загнали себя в плент, ожидая того, что эта пошаговая стратегия от Кик продолжится. Кик в итоге использовали пустое пространство на 15, запустили туда Мутириса, и все. И заход был просто на ура. Но сейчас, если не брать, то в первой половине у Hellraiser шансов очень-очень мало. И если они проигрывают эту игру, то тут может быть как минимум не выход, а впереди еще NIP. Топ-3 французские команды. Так, ну тут наверочку Эмоушн залепил ангелу. Фокс. Короче, португальцы удивляют сегодня. Удивляют. РМН минус Дося. Ну, последней пули Адрену не хватило, чтобы добить. И три курицы на кафеле. О-хо-хо-хо, 4. Вот это да. 11-2. 11-2. И бомбануло инкоминг, господа. Я не знаю, сейчас, наверное, какого-нибудь... Не знаю, 8-й Б пошел в аптеку. А потом на дискотеку. Адрен! Тайминги, тайминги, тайминги. И опять не хватает стрельбы. Ну, ангел здесь закрывает. Все. Hellraiser созлились и начинают показывать сейчас то, что все-таки агрессивная игра будет присутствовать с их стороны. Но это правильно, правильно. Вот я не знаю, как такие игроки Дося, Маркелов, Кучер боятся, уходят в пассивку, в итоге потом пропускают на КТ. Просто это как-то странно, ну, внутриигровой авторитет должен на самом деле... быть за Hellraisers, но, по-моему, у Кик вообще внутриигрового авторитета никакого нету. И Hellraisers их боятся. Так, ну тут вот на классе сейчас переиграл Маркелов Фоксириса. Но это флешки. Это флешки. Я даю флешку, я убиваю. Вот и вся игра. Ну, бомба в медле, РМН по-прежнему продолжает сидеть на Б. Hellraisers понимает то, что львиная доля раундов, скорее всего, понимает. Игралось именно таким вот темпом, то что один остается, четыре идут в одном направлении и пытаются дестабилизировать ситуацию по позициям. Но опять-таки вот, ох ты ж, Марик с Авиком сейчас будет играть. Давайте смотреть. За Маркеловым пойдет в мидл, у киков нет АВП. Печаль только в том, то, что здесь рез второй. Да-да-да, смог мид, ну 15 останется, будут с Кучером меняться походу. Как я понимаю, Кучер играет на Б. Да, меняет позиции, Ангел помогает играть на, играет в пуш под респаун. Ну, этот раунд мы знаем. Есть такое. И они с Маркеловым вдвоем контрят главку. То есть с ними на суппорте. А вот Кучер, Адрен, Б, это интересно. Тут должно приниматься нормально. Кучер, кстати, с пятнашкой ни разу не справился. Это, наверное, поэтому здесь и присутствует Егор Маркелов сейчас. Опять же, обычно он играет на двадцатке. И они очень-очень редко комбинируют позиции там друг с другом, меняют их. Но здесь ситуация такая, что если не поменять, то не удивить. Проигрались уже кики. Так, ну последний раунд первой половины. Португальская команда готова зайти вчетвером на Б. Оставили Мутириса в стиле... Ну, это раунд Фнатик сейчас играют кик, но на самом деле здесь не будет такого... Ну, Кучер просто пропустил сейчас всю команду, посмотрите. Из Португалии, я не знаю, заблудился. Привет, говорит Мутирису, простреливает кафель. Ну, там уже стоит бомба. Hellraisers не торопятся. Пытаются организовать выбивание. Первые флешки, чтобы занять несколько позиций. Вот, 2D на катушках. И, по-моему, сейчас РМН. Да, РМН сейчас все видел. Он знает то, что там три скафеля. Ой-ой-ой, горит, горит, горит Португалия.
Как играют HellRaisers? Выкуривают вовремя. 2 в 2 размены. 2 с... 12-3. 12-3. Нет слов. Я думал, что разойдутся, но не срослось. И первая половина заканчивается для HellRaisers вообще самопомрачительно провальным счетом, которого даже и быть-то не должно вроде. И не по левелу. Фоксирист играет 19 на 8. 17 на 7. Мутири. Скилдримс 9 на 8. 10 на 11. Ремен Эмоушен 9 на 11. HellRaisers 11-14. 8-11. Доси. Адрен 10-13. 8-15. Кучер Маркелов 7 на 12. Ну, я даже не знаю, что здесь можно сказать. Но пока результат первой половины не очень. Как дальше они будут играть, я без понятия. Ну, с такой вот... Ну, не попадали практически все. Вот все, что нужно было, не попадали. Португальцам, откровенно говоря, везло во многих моментах. Но прикол и скилл не в том, как тебе везет. Везет, не везет, да ладно. Дело все в том, что они это везение использовали правильно. И не показывали какого-либо супер стремления играть как отморозки. Все делали ровно и четко. Так, ну вот Фоксирис как будто left пишут нам. Да, наверное. Ладно, все, давайте смотреть за матчем, и я ожидаю сейчас пистолетов. Ну, знаете, у HellRaisers плохо с пистолетками в последнее время, поэтому... Вот это slow play. Ну вот это по-нашему. Я не знаю, что сейчас будет. Кик вчетвером на дуге и... Ох, пропушили мидл. Ангел. Четко разыгрывает сено. Идет на дугу. Адрен говорит, иди ко мне, сладкий! Бёрст, это хедшот! Вот так выигрываются пистолет. Бомбу забыли, парни. Пистолетку-то почти выиграли, а бомба в яме. Все забрали. На мидл идет Аркадий Фоксирис и чувствует себя сейчас полным мясом. Все, а пустая на Б1 остался последний Ремен. И если отнести ему сейчас бомбу, все будет классно. Но его зачекал Адрен, и это... И эта пистолетка просто без шансов в атаке. Минус 3 от капитана команды, минус 2 от Адрена. Счет становится 12-4. И HellRaisers готовы раздавить. Или не готовы, пока не ясно. Но в камбэк, конечно, сейчас играть будет тяжело. Опять же, счет. Счет не позволяет, понимаете? Просто не позволяет счет играть по-другому. Но HellRaisers придется делать этот камбэк. У нас сегодня с вами еще один матч, друзья и зрители уважаемые. Поэтому прошу вас после этой встречи не убегайте с трансляции, не убегайте с лайва. Мы сегодня посмотрим битву аутсайдеров. Голосование висело, если что, в паблике SL4MTV весь день. И много народу голосует за победу команды Courage. Но мне кажется, что будет нюк, и играть будут в напряженночку, потому что Aces способны обыграть Courage хотя бы для себя. Но мне кажется, что Simple их будет... Simple будет им очень рад. Так, тем временем. HellRaisers сыграют аккуратный раунд. Так, ну вот на Б. Все, пошла щель. Вот это пространство, чтобы вы понимали. Вот я просто слежу за тренировками HR. И вот здесь вот у них это называется щель. Просто щель. При том, что они дают инфу, когда даже сюда никто не заходит просто. Если есть в щели, значит есть вот здесь. Или здесь где-то. Играют всегда внимательно. Так просто для себя усвоил такой момент, то, что нужно быть внимательным до последнего момента. Так, ну что, сыграли на без потери. Остался только вот Emotion стоит. Я не знаю, а как он вообще стоит здесь столько? Господи. Вот это парень, конечно, сейчас... Так, ну все. О-о-о-о! Вот это поворот! Остается Killdreams! Развод на деф, нет, стреляется. Идет на 20, тушит. Он пытается с чешкой додавить. Смотрите-ка, трех игроков теряют при выходе на оплен. 12-5. Ну вот интересная расстановочка 2-2-1. Очень интересная.
Так, посмотрите на команду Кик. Они снова с чешками в руках. Не как они сейчас чувствуют то, что все-таки смогут что-то здесь сделать. Так, ну, пробитый Б-плент. Дося. Ну, Ядрен забирает РМН в конце. Короче, какая-то, я не знаю, вот. Кик сейчас такие же, как вот... Как, я не знаю, как неделю назад, такие же просто ничего не понимают. Как они к нам заходят? Но это все задумочки, заготовки. Вообще, по уровню, я думаю, в этой игре за атаку можно понять следующее. Так, 6-12. Команда Кик берет свои девайсы первые. И давайте смотреть, что будет в этом раунде. По расстановке сил, как видим, 3-2. Ну, играют классику, оставляя килл Дримста. Ну, вот этот вообще, конечно, здесь такой наглый. Его даже не видно в этом дыму, хотя... Ну да, вы заходите, его не видите. Ну, тут он ушел, конечно, но... Вот от края дыма сидеть, это интересно. Сидишь в дыму, тебя не ждут, и таких фишек становится все больше и больше. По-моему, какого-то здесь, не знаю, конкретного алгоритма нету, просто делается все по ситуации. Так, ну смотрите, сейчас Адрен, походу, будет чекать. Да, чекать будет тележку. Флешка. И атака пошла. Ну и сразу начинает шить, понимает то, что может быть там. Тип. В итоге Адрен занимает дугу, залетает ХАЕ в упор. Мутирис. Вот самое главное сейчас поймать его, потому что он здесь... Он здесь как основной ловец халявы. И будет очень сложно, если его не заметят. Адрен заходит, Кучер сносит килл Дримста, без шансов, атака заходит на точку. Начинает играть Мутирис, с пальмы в итоге падает, на него забили. На него просто можно забить, бомба ставится, все хорошо. Ситуация 4 в 3, Доси убивает РМНа, и Мутирис сейчас попробует кого-то зацепить на халяву. Видит красного на пленте, но не убивает Ангела, у которого мало хп. Шальная граната, конечно, исправляет ошибку Мутириса, но... Ситуация 3 в 2, бомба Б, и у Кик нет экономики. Они, конечно, при таком преимуществе понимают, что девайсы надо сохранять, и отправляются на сейв. При том, что боятся здесь подставного игрока увидеть. Но Hellraisers были более чем прямолинейны в этом раунде, и мне никого не оставили. Это 12-7, по-моему, начало камбэка. Я не знаю, вот справиться... Если Кик следующий раунд не берут, то это будет уже... Это будет уже смешно смотреть. Очень смешно. Леш, 11 раундов остается до конца этого матча, суммарно. Ну, сейчас Кик могут собраться, взять 4 подряд, на самом-то деле, и закончить все на счете 16-7, если захотят. Так, давайте смотреть, 3 девайса, которые остались. Emotion 2, 2 девайса, Emotion плюс Foxiris. Так, Foxiris играет А, Emotion играет Б. И они пушат центр. Да, вот это реализовал девайс. Вообще просто, на 5. Ничего мне не придумал, просто забежать в дым в аркаду, чтобы его убили. Вот таким вот макаром. Ну, сел, зажал, скилл показал, но не убил. Так, занятие дуги на двух человек, тоже с девайсом. Hellraisers, опять же, посмотрите, никуда не торопится, чекается каждая точка. У Кик готовится тоже задумка сейчас с выпадом на центре. Ну, они попробуют на тайминге принять полтора, вот там как раз Марик сейчас стоит. И может Кикам... Здесь, конечно, повезет, но основной костяк команды пойдет на Б. Плент с бомбой. Правда, сейчас их там переубедили идти на дугу. И Hellraisers пытается выцепить хоть одного. Вот если сейчас Марик выйдет на мидл, он просто здесь двоих убивает по-любому. Но пока ковры прочекают, там, наверное, уже эта задумка рассосется. Пиков нет. Полтора первые чекают. Термен ждет. Отходит. Все, отдается мидл. Мутирис в этот момент на Б заходит Адрен, и его тушит девайс от Эмоушена. Теперь на Б идти нельзя. Кучер должен забирать бомбу и моментально убегать с Б-плунта. Кики остаются также вдвоем на А, и стек из 4 человек команды Hellraisers будет выходить с бомбой уже на дефолты. Ну, тут нормально вот по стрельбе, как видим, залетает, и у Кик по-прежнему 2 девайса. Правда, ситуация 2 в 3. Посмотрите на ХП. Дося красный, Кучер каленый, там 35 осталось, ну, по попаданию. Стохался только у капитана, но это, по-моему,
По-моему, этой инфы просто у португальцев нету, поэтому они вряд ли куда-то пойдут. Да, да, будет сейф. Давайте посмотрим, что у Killdreams-то. Так, он сейвит ЭКМ. Ну, то, что вот у Hellraiser снято ВП, это плюс. Если бы его просто выбивали, его бы взял Фоксирис, и на мидл бы уже не бегал с кольтом, а просто, просто бы отвешивал. А при том, что в первой половине их показали безумность, любую вторую она может быть абсолютно такой же, но... Тем не менее, атака является пока что непредсказуемой, как со стороны Kick, так и со стороны Hellraisers. 8-12. И давайте смотреть, как будут дальше играть. Парни за шер. Снайпер. Бежит на 20. Ковры. Ну все, это поджим. Поджим полторахи будет убивать Досю либо Марика. Вот сейчас он очень-очень зря прыгнул. Дося, скорее всего, ой-ой-ой, как знает, что там есть такой вот товарищ Фоксирис. Но ваншот, ванкил, no luck, just kill. Ну, вы ничего не можете сделать, а ВП, которая поджимает по коврам. Вот ничего. Вы можете прочекать. Дося, конечно, увидел, понял, что тут зумится или в зуме стоит. Едва-едва хотел выстрелить, но Фоксирис, соответственно, будет первый. Первый минус за ним, 4 в 5. Hellraisers продолжает в меньшинстве на 21-м раунде. При счете 12-8 это определенная проблема, но если сейчас постараться и перевернуть португальцев, то у них закончатся деньги. И уже следующий раунд они будут проводить на эко, хотя все будет зависеть от того, какой будет выход Б. Да, и тут играют как и БЦ. Так, пошел Молотов за Б3. Вот Killdreams едва-едва пытался отойти, не понимает. Тут весь пожар горит, флешек просто тьма. И вот эти вот все флешки команды Hellraisers, разработанные специально для карты Инферной, тупо не дают стрелять игрокам на Б-пленте. Вы видели, Killdreams там просто словил сразу первую, вторую, третью. Его тиммейт был в абсолютно идентичной ситуации и тоже ничего не смог сделать. Задрочили флешечки, вышли на Б-шечку, взяли раундишко. И того 12-9 команда Kick из Португалии отправляется на сейф втроем. Ну, сейчас разочарование Фокса просто не описать. Он расстроен Killdreams'ом и Мутирисом. А я на самом деле начинаю понимать, что все-таки... Вот, обратите внимание, Kick, когда играли за атаку, у них на Б была одна раскидка. И эта раскидка была банально простая. Они все вставали от стенки, закидывали молотов на двойку, тройку. И по прямой выходили в точку со стрельбой по непонятному какому-то вообще таймингу. Вот когда дело коснулось реально продуманной атаки, да, посмотрите, Hellraiser запускает двоих на кафеле, флешки лететь просто продолжают. Просто два человека смотрят хелпу, флешки залетают в плент, плент белый, третья флешка, все, все закрыты, все свободны, 9-12, и Б-плент разыграли на ура. Вот контр-раскидки Kick даже применить не смогли, они тупо даже не догадались об этом. Так, ну что, поджим с Б, и халявой пахнет сейчас для Ашер. Если, конечно, поджим с Б не будет ультра-доминирующим. Ну, как видим, не дали. Вот гранаты пробросили, но дальше Kick решили не идти. Hellraisers будут перестраиваться, и Доси, наверное, будет грызть сейчас ковры. Давайте посмотрим, как сыграет в этот раз. В том раунде он слишком нагло себя вел. Здесь, как видим, предусмотрительно чекает Фоксирис и дает инфу, что на коврах его нет. Значит, он либо на 15, ну, короче, где-то на А, и вполне возможно, это будет игра с сигареты, либо плановые выпады на питнайкер. Но в любом случае дом занимать надо медленно. Это, наверное, одна из самых важных частей в этом раунде. Если, конечно, они хотят нести бомбу на... Просто Адрен может сейчас убить спокойно тачку и пройти на дугу. Но не торопится. Так, продлевается дым на Б. Это инфа для Адрена. Он пытается простреливать. Hellraisers раскидывают ап. Как видим, 15 остается пустой. Мид изолируется. На 20-ке первый размен. Вот оно, АВП. От Фоксириса. И в этот момент Хэр... Ох, сейчас в одного Killdreams-то могут зайти. Тут вообще поздний Молотов. Так, Killdreams. Ну, Маркелов чуть здесь, конечно, ошибся, но... Так, отстрелили Мутириса. Два заходят в хелпу. Вот это танцы, обниманцы, и Killdreams не справляется со своей обязанностью. РМН удается проскочить сейчас в тюрьму. 10 секунд. На 9 ставится бомба, и португальцы могут сейчас играть на выпаде... И очень-очень жестко раздать в пленте, но Б3 прячется. Эмоушен заходит на шифте, РМН его прикрывает. Эмоушен будет первочекающим. Дося. Ну, Дося на стрельба всегда была на уровне, и здесь он просто на уровне. Фокс убивает Маркелов, минус Фоксириса, остается последний РМН. Чекает плен, чекает Б3, не находит Марика. Где ты, Егорка? Я здесь, смотри, прыгай на меня, я твой. 10-12, Hellraisers отыгрывают еще один раунд, и у Kick, по-моему, начинают сдавать нервы. Ну, опять же, серия сейвов и...
экономика позволяет здесь играть по деньгам не в минус. Кик понимает, что с ними сейчас играют на камбэк, и от этого и бегали втроем вчетвером на сейв. Есть экономика, ну, об этом знает как бы Ашер, там Ангел, я думаю, видел все. Поджим Б. И хорош просто это. Даже разменивать не надо было, просто взял, зашил своему прям в шею. Бедный Мутири. Сделал open фраг и сразу же лишился жизни. Open фраг, казалось бы, достижение, но теперь оно не нужно. Как? Как он это? А, я понял, он на кар, наверное, встал. Он, наверное, встал на кар, просто там же не видно. Там видно, когда тип стоит вот тут. А кучер стоял в углу, по сути, там не должно быть видно. Не такой угол обзора. Тот, походу, встал на кар, просто зачекал, или как-то здесь, я не знаю. На горбик, что так в голову удалось ему убить. Ну, короче, на Б выходить сейчас вообще дело рисковое. И туда идет Адрен с Доси. Маркелов остается на пятнахе, и это раунд под Б-плент в любом случае. 13-й отдавать португальской команде нельзя. Марик убирает 15, отлично. Будет продолжать давить, скорее всего, сейчас главное. Так, Килдримс, Маркелов, Килдримс. Выход Б, Адрен, и попадает сразу на ВП, которая разыгрывает в упоре. Ну и тут у Доси уже... Ну, Доси пытается загрызть Фокса, убивает, 20 секунд остается. Попадает на прострел, в упоре понимает, эта бомба ставится, и... Доси надо уходить как-то сейчас в церковь, я не знаю, сможет он или нет. Да, уходит. Уходит, успевает перезарядиться. 1-2, опасная ситуация для Михаила Столярова. Ну, его будут дергать на дефуз, и Motion просто сидит. Доси, конечно, пытается вылезти, что-то с этим сделать, но там уже был Killdreams в позиции. Это 13-10, и вот тут португальская команда понимает, что можно обыграть всех, играя нестандартно. Ну, по-любому, вывод-то такой. В первой половине делали, что хотели, взяли 12. Во второй половине вот только-только первый. Ну, с почином команду кик, но серия баев от Ашер продолжается. И несмотря на сложную ситуацию, 3 в 5, HellRaisers разыграли... Ой-ой-ой, как на уровне. Так, Фоксирис будет чекать дугу. Здесь пока что разворачивается пассивочка. Так, опять прочекал. Знаете, вот с тем фрагом против кучера, конечно, была напряженная ситуация. Ой, какая напряженная. Он сам, наверное, не понял, как он умер. Я обязательно его спрошу, узнаю. Просто мне кажется, что... Вот я упустил момент, а мне кажется, что Фоксирис его с кара просто чекнул. Там можно было дойти до тачки, залезть и увидеть голову. Так, ну что, португальцы в ожидании атаки от HellRaisers. HellRaisers в ожидании контратаки от португальцев. Никто никуда не торопится. Спасает только тот факт, то, что одно ВП остается на Б-пленте. А у HellRaisers есть определенный талант играть на дуге нагло и красиво. Самое главное, эффективно. Так, фу. Ой, Адрен, хорош! Ну все, знают Ашер, что одно Б ВП, скорее всего, стоит. Ну, слышал он его выстрел. Понимает, что не декой. Будет занята главка, но вполне возможно смогут развернуться. Мутирис, 15. Нет, HellRaisers все еще на главке. Под смоками зашли в плент. Маркелов ставит бомбу под шум. И это жесть! Чистое преимущество команды Kick просто сейчас разорвет HellRaisers. Они все в 20. Залетают на кольтах. Стреляться без шансов. Адрен пытается сдержать как-то... На стрельбе в этом раунде уходит на 17 секунде. Пробивает Дося. Дося должен здесь был просто оставить сейчас Библу. Но библиотека сыграла. Адрен остался стоять 20. И это тупик 14-10. У меня нет слов. Я в шоке. Как ошибаются HellRaisers, зная то, что одного поиграть на Б. Адрен его дернул флешкой. 9000, 8,9, 5,6, 3. Ну там один дроп по-любому должен полететь. Это я про экономику команды HellRaisers. Но это не меняет самого главного. Сейчас нужно брать 6 подряд. 6 подряд для победы. Я вам напоминаю, что Ашерам нельзя проигрывать ни одной игры. И нужно, помимо этого, нужно выиграть все следующие. А здесь уже вот так вот кик подсобили. Но старание португальцев, конечно, подосрать кому-то под конец сезона всегда приветствовалось. Я даже помню, как мы с вами... помните, как они там с НИПами сыграли плотно? И... Потели по-страшному. Так, ну что же, 4 в 5. И я жду сейчас какого-то... Или чего-то невероятного, даже не знаю. Ангел. Прошел на полтора. Готовится занимать дом. Кики же в этот момент, как видим, занимает дугу под флеш.
Вот агрессия на дуге от Hellraiser сейчас была бы как раз, кстати, о, два девайса. Ну и Кучер сейчас должен отойти и просто ждать. Понимает то, что, скорее всего, был один на Б. Кучер пытается здесь кого-то выцепить. Кики перетягиваются на аплен. Думаю, что это А и... Опа, чё. Опа, чё. А тут уже Доська. Тут уже загоняют пески. Чтобы они открывались. Пески сидят. Ангел сжёг пески. Игра против библиотеки Дося. Ну, вот стрельба Дося здесь мальца подвела. Но второго забирает. Бомба проходит в лице Кучера. Ох, какой раунд это Шер. Ой-ой-ой, Кики. Ну, это называется обосрались от страха просто и все. Ждали, 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 ждали. На хелпу пришли и не смогли зайти в плент. Ну это ж надо такими быть, а? Какие все-таки... Такие все-таки кики невезучие. Вот, не знаю. Они же знали, что дуга пустая. Они понимали, что там никого нету, отошли. Я-то еще подумал, что Кучер даст инфу и потом еще бомбу на Б поставит, чтобы вообще перекрыть кислород кикам. Но у тех уже ситуация экономическая такая, что они просто не могут позволить себе 2 в 4 выходить. А как сгорели пески большие? Это ж вообще абуз просто полный. Так, ну загонять надо девайс. Не сдает скилл Dreamst. Отстреливает капитана команды, уходит. Это интересный счет. 14-11 и минус деньги у команды Kick. Вот с этого раунда команда Kick попадает сейчас под пристальный надзор Карасева. Знаете почему? Потому что экономика читается. Экономика читается, и Ангел знает, сколько тратит португальцы. Ангел знает, сколько они выигрывают. И здесь можно просто сыграть... Именно на этом. Ну, чтобы сделать камбэк. Я просто хочу камбэка. По мне, команду Ашер на лайне увидеть намного интереснее будет, чем команду Кик из Португалии. Но это так, личное мнение. Не имеет отношения к трансляции. Такой офф-топ комментаторский. Что ж, Hellraisers. Будут резать без ножа сейчас. Ух, Фокс, как больно. Минус Кучер. Может... Таких моментов от Фоксириса, конечно, сегодня было много. Посмотрите, 26 на 15. У Hellraisers в плюс еле-еле выбирается вот Адр. Ну, по очкам он первый. 17 на 15 Дося. 18 на 20 Ангел. Кучер 12-21. 13-16 Маркелов. Вот как французов убивать, Кучер 30-ку свою может набить. Как убивать команду Кик из Португалии, так у него что-то не клеится. Так, заброс Б-плента. Непонятный Молотов. Hellraisers перегруппировываются. Но они, конечно, сейчас на нервах у киках играют. Ой-ой-ой, как. Так, все, Фокса зачекали. Тут можно давить просто 20-ку. Да, это и происходит. Маркелов еще дает ТК по голове. Маркелова снимает РМН. Дося не выпадает с песков, но попадает по голове РМНа. Подловил на стрифе. 3 в 2. Здесь кик точно пойдут выбивать, кривая флешка. Вторая тоже в плент залетает на морозе, Мутирис. Бреет Ангел, убивает или нет, я не вижу, что происходит. Нет, Ангел живой, Мутирис тоже в шоке. Ангел убивает еще вдобавок хелпу, Мутирис просто... Ой, Рачелла, Рачелла, ты просто как так забежать и не убить? Я не знаю, что это было. Как? Просто в последнем моменте, в последней секунде, когда Мутирис мог просто забрать раунд... Он взял и словил флешку, присел, еще раз словил флешку, присел и позволил Ангелу убить малые пески. Это просто жесть. Это жесть. Как сыграл там Карась? Ну, нереально. Нереально. Это просто, просто кровололина. Себастьян сейчас пролез с ножом сразу. Вот это да. Если бы на его месте оказался какой-нибудь NBK, я говорю, команда Hellraisers бы с плента никуда не ушла. Им бы сразу навздрюкивали. Их бы заставили просто остаться на этой бомбе и сдохнуть. Но здесь все не так. Ну и кик начинает часто тильтовать. На эко-раунде играют без, без укрепления. Заведомо, заведомо рандомно разбегаются по своим позициям. Утирис до последнего момента старается задрочить свой контрол на клавиатуре. И в принципе добивается желаемого результата, но... Разменивается Hellraisers, отвечают в этом матче, счет становится 13-14, и нужно взять один против ключевого девайсного раунда, который решит сейчас просто исход этой игры. Если кик в этом девайсном, а у них девайсный очень плохой, посмотрите, всего лишь раз, два, три смока, флешек мало, ретейков не будет, и если здесь они не сдерживают одну из точек, то это буквально-таки провал для португальцев. Но Hellraisers сейчас показали максимум мастерства, особенно Ангел, который... Не психанул и просто остался сидеть на пукане в пленте вот в предыдущем раунде, в 27-м. Ох, жарко было, просто жарко.
Так, ну что, кик, выход поджим, дуга. И если здесь все обломится, то это может закончиться для них провалом на Б-пленте. Ну и Hellraisers. Ну, как видим, все определенно не меняется. Все, все действия практически контролируются под тот же крючок, что и до этого в раундах в атаке. Я думаю, вы заметили, тут даже с автодиректором понятно, что здесь ничего кроме дефолтного занятия дома от Ашер нету. И решаться все будет сейчас контрвыпадом. Так, ну вот Kill Dreams. Ну если сейчас этот чувак... Если сейчас этот чувак из-за тачки просто вылезает, его ждет просто... Ну, посмотрите, сколько тут. Четверть, четыре человека. Вот так вот. Ну, Матюрис успевает занять позицию в пленте, но что толку-то? Ему даже кинуть нечего. Ну, пытается зажимать, а ходит, отспреиваясь. Это проблема, забирает кучера, лезет дальше. Фоксирис. Ого-го-го, 2 в 3, Маркелов, Дося, Маркелов один в пленте. Его пытаются сразу же подрезать, он ставит бомбу. Успевает поставить на жаркое. Ай, Дося! И Дося терпит! 15-13! Это жесть! Это жесть, друзья! Hellraisers не заходят на Б-плент, демонстрируя просто нереальную серию разменов. Мутирис успевает защитить точку, и я начинаю просто сейчас вникать в это все. И мне становится страшно за Ашер. Ой-ой-ой, португальская команда, конечно, здесь решила додавить. Додавить. Это, конечно, было с вертухи просто. Вот сейчас Ашер в шоке. Но не понимает, что 14-15 раунды надо как-то пытаться вытягивать на себя. Как-то пытаться их брать и... Потому что поражение получать уже не вариант. Для команды каких поражений вообще здесь ничего не значит. Ну, то есть как не значит, значит, но это просто поражение. Но то, что вот они, конечно, поборолись. Молодцы, молодцы. Удивили команду Hellraisers. Вот вам, пожалуйста, CSGO. Но если, например, посмотреть количество часов, таких играют не особо много. Так, ну что, будет Мутирис там сейчас зажигать и пытаться показать всем папу КСа? Так, раскидка Б-плента. Кучер. Пытается выходить. Kill Dreams. Тут жестко. Жестко. Kill Dreams не принял второго. И все сейчас на Мутирисе висит. Но его будут чекать сразу. Первый пропрыгивает, второй чекает. Ну вот в этот раз зашли нормально на Б-плент, как видим. До этого, конечно, все было плохо. Марик еле успевал. Но опять же, долгая перетяжка от Доси была на Б-плент в прошлом раунде. Мы видели. Посмотрите, что кик делают. Бегут на последний раунд тупо сейвить девайс. Потому что денег у них нет. Играть в чем мать родила, и будут, наверное, стараться отсидеться в библе на максимум. Ну, в общем, все, что нужно было Hellraisers в прошлом раунде, просто не тянуть вот с этим выходом из дуги, просто зайти на кафель, отстрелить и играть уже в свой Counter-Strike. Они к этому пришли, но очень-очень поздно. И пока не ясно, вот с выходом Hellraisers теперь уже все непонятно, все непредсказуемо, потому что здесь может быть все что угодно, и в их случае, по-моему, все будет решаться от результата даже других команд. Эх. Ну, по силе, конечно, было еще как. Вот я писал в посте то, что по силе неравное. Но по силе неравно что? То, что кик вот сейчас. Так, а тут профиль не посмотреть. Короче, я смотрел их профили. Друзья, там просто 23 часа за 2 недели. Там 15 часов за 2 недели есть парни, да? И как бы это показывает то, что раз припереться на одной карте, это раз припереться на одной карте. Выиграть уверенно в чемпионате. Ну вот тот раунд 15-й, который они чудом забрали, конечно, это их раунд, они молодцы, но победу они здесь уже не получат. 5 в 2, Hellraisers моментально доводят дело до конца, но это ничья. Это ничья, и я даже не знаю, что вот еще можно сказать. Дальше мы с вами будем смотреть встречу команды Кураж, команды Aces. Они начнут играть через, ну, наверное... Наверное, где-то вот в 23.30.
35 по Киеву, если быть точным. Сразу, в общем, после этой игры, друзья, далеко не уходите. Перерыв будет вообще буквально минута. Буквально минута, и мы с вами сразу будем смотреть матч команды Кураж и матч команды Aces. Он будет решающий. Может, кого-то из ашеров позову к нам сюда в комментаторскую. Но я сомневаюсь, что кто-то сейчас пойдет, потому что после такой катки надо по-любому идти и смотреть сразу же ошибки, косяки. Пока скажу вам про... Так. Играть будут на нюке, как я и думал. Aces и Кураж. Ну и я отправляюсь. Небольшой перерыв. Буквально 5 минут, друзья. Я вернусь, и мы будем досматривать последний матч игрового вечера. Дерби. Не дерби, а просто интересная игра аутсайдеров этого сезона. Aces и Кураж.